Ну что, закончился горсовет. Проект бюджета принят. Теперь это бюджет 22 года и последующих 23 за 24 год. Естественно, этот бюджет отличается от бюджета этого года. Отличается тем, что он больше, он сбалансирован в большей степени. Мы предусмотрели в этом бюджете достаточное количество средств для софинансирования программ, что позволит нам принять участие и получить в соответствии с этим, по этим программам дополнительные средства к последующему году. Ну и в целом мы заканчиваем этот год достаточно оптимистично. Ну, вы знаете, что определенные мероприятия прошли у нас в гимназии. Построен прекрасный комплекс ледовый. Прошла ребрендинг, так назовем, наша лыжная база. Мы на следующий год выиграли федеральный грант. Кроме этого, мы участвуем в краевых программах по благоустройству нашей знаковой аллеи. Ну и плюс все те моменты, которые мы учли при формировании бюджета для того, чтобы улучшить, благоустроить наш город. Поэтому можно сказать, что с этим бюджетом будет очень интересно работать, и наши жители будут замечать определенные изменения в лучшую сторону.